Сегодня второй день на Martha's Vineyard, на острове, и я вам покажу город Oak Bluffs. Вообще на острове 6 городов, и это самый красочный, яркий город. Вот. Ну, знаменитости живут в основном, это Эдгартаун или Чилмарк, в общем, в других городах. Это город такой яркий, какой-то цыганский, дома здесь все яркие, красочные. На острове, как я вам говорила в предыдущем видео, много знаменитостей живут. Леди Гага дом, может быть, я как-то туда доберусь и как-нибудь вам засниму. Но сегодня я вам покажу дом одного человека, который не мог остаться незамеченным. Это хозяин Norton Antivirus, компания Norton Antivirus. Зовут его Питер Нортон. И в 90-е годы знаменитый Norton Commander был. И вот это вот он создатель этого досовского файла в этих. Дом очень интересный, необычный, на огромной поляне в Oak Bluffs, его невозможно не заметить. На разных языках написаны всякие интересные вещи. На русском языке написано «Дача Петергоф». Вот видите, издалека дом с красной крышей, это и есть его дом. А это большая площадь. По кругу стоят дома, и здесь всегда традиционно делаются фейерверки, кстати, которые наблюдал президент. Я о нем расскажу кое-что очень интересное через пару минут. Вот посмотрим на дом поближе. Вот видите, написано «Дача Петергоф». Сейчас это один из самых интересных домов острова, построен в стиле королевы Анны. Дважды горевший и заново отстроенный компьютерным гением и филантропом Нортоном. А когда он его только приобрел, в 90-х, дом был довольно-таки невзрачным. Вот я обхожу сбоку, показываю вам соседские дома. Нортон доверил реставрацию архитектору из Кембриджа, это Бостон, специализирующемуся по historic preservation, это по сохранению исторического наследия. И вот после нескольких лет кропотливой реставрации дом был наконец закончен. 2001 год, Нортон был в Нью-Йорке, когда ему позвонили, что его дом горит. Это было для него, как он говорит, devastating, это разрушительный удар. Особенно учитывая тот факт, что его брак буквально незадолго тоже рухнул. Упс, американский флаг в одном из соседских домов почти касается земли. Это здесь считается практически грех. Ну и что делает Нортон? Он нанимает ту же самую бригаду и отстраивает дом точь-в-точь, как и предыдущие. Часами его реставраторы проводят в музее острова, чтобы убедиться, что дом выглядел точной копией оригинала дома 1891 года. От того старого дома осталось только два столба. А сейчас мы на набережной одного из городков острова, он называется Oak Bluffs. Слева здесь закусочные, ресторанчики, бары. Справа шикарные яхты. И сейчас я вам покажу кое-что, касающееся президента Обамы. Он здесь, кстати, отдыхал в августе 2013-го. Но сложно говорить об отдыхе и развлечениях, когда такое творится в мире, и все ждут, не дождутся разрешения конфликта с Сирией. На таком гибридном самолете, который взлетает как вертолет, но летает как самолет, и называется Osprey. Osprey по-русски скопа, это тип птицы, и прилетел Обама на тихий живописный остров Martha's Vineyard. В Washington Times было написано, что собака семьи президента, португальская водная собака, была доставлена на отдельном самолете такого же плана. Это был первый раз, когда такие самолеты были взяты в отпуск. Интересная деталь из той же газеты Washington Post. По данным Управления по подотчетности правительства, или по-английски Government Accountability Office, один час на таком самолете стоит 11 тысяч долларов. Самолеты Osprey обычно используются для военных операций, а не как такси для президентской собаки. Ну вот пока я все это рассказываю, видите дом. Это дом друга семьи президента, куда Обама был приглашен наблюдать традиционные августовские фейерверки. Улица была перекрыта. Около этого дома было около 6 или 7 черных машин. Пройти было невозможно. Только вот в этот ресторанчик, видите, Lookout Tavern, только туда можно было пройти. Все проверяли с миноискателями, но нам удалось туда пройти. Вот видите, традиционные фейерверки я засняла. Но Обама там пробыл до 12 ночи, а потом вскочил в одну из машин и умчался. Вот улица, видите, типичный дом. Вот у многих есть вот такой выход к воде с этими чудными видами. И следующее видео сделаю, наверное, по пряничным домикам. Ночь иллюминации. У меня есть фотографии на Одноклассниках, так что заходите. И сделаю, я снимала лодки, паромы, яхты. Вот посмотрите, какой хеликоптер. Вертолет прямо на яхте. Нехило, да? Ну и, наверное, запишу какие-то интересные мнения друзей, знакомых по тому, что происходит. Понравилось
понравилось это видео и другие видео, надеюсь, вы заходите в плейлисты и смотрите, там много всего интересного, то, конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не забывайте ставить лайк. Вот так вот. И до следующего включения. Пока. Turn it off.